Небезразличными к проблемам Саратовской области оказались 1300 человек. Именно столько участников собрал гражданский форум «Мы вместе». На 11 переговорных площадках представители власти встретились с общественниками и обычными жителями региона. Вместе они пытались наметить пути решения по самым важным вопросам, которые сегодня волнуют людей. Это люди, которые болеют душой, они разных профессий, разных там взглядов, но на дно, смотрят одинаково, что нужно вместе с властью решать те проблемы, которые сегодня волнуют людей, что нужно быть коммутаторами между народом и властью и транслировать те проблемы, которые сегодня волнуют людей, подсказывать власти эти узкие места. Каждая площадка форума открывалась прочтением стихотворений. Это организаторы решили сделать в честь Года литературы. Так, например, переговорная площадка развития регионального туризма началась со стихотворения «Я узнал, что у меня есть огромная семья». И это, по словам модераторов встречи, весьма актуально, поскольку внутренний туризм не может существовать без патриотического воспитания. По мнению участников переговорной площадки, местный туристический продукт ни в чем не уступает зарубежному, даже в чем-то его превосходит. Например, в плане цен и доступности российских курортов. Огромное количество туристических агентств, туристических фирм предлагают свой продукт. Но, к сожалению, этот продукт дорогой, перевозки детей дорогие, туристические комплексы, гостиницы не соответствуют. То есть сочетание цены и качества, это вообще все называется, не соответствует, я просто говорю, не соответствует друг другу. Поэтому наша задача сейчас на нашей площадке выявить проблемы, которые не позволяют широко распространять наш туристический продукт. В рамках гражданского форума работали также переговорные площадки, посвященные проблемам медицинской помощи, правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, а также вопросам жилищно-коммунального хозяйства.